Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный анекдот. Я надеюсь, тебе, именно тебе, он понравится. Подписывайтесь на мой канал «Анекдоты от Юсика». Всем отличного просмотра! Посадили мужика в тюрьму на 10 лет. Милиционер ему говорит: «Слушай, ну будут у тебя спрашивать, ты всем говори, что у тебя 152-я статья, часть 2-я». Мужик так и сделал. Посадили его в камеру, подходят к нему зэки: «Ну что, какая у тебя там статья?» Он: «152-я». Они: «Хлоп, самую лучшую койку ему, хорошей еды принесли». Они спрашивают: «Ну, а часть-то какая?» Он: «2-я». Они: «Хлоп, забились от него в угол, шугаются». И так прошло 10 лет. Выходит этот мужик на свободу. Подходит к этому менту и спрашивает: «Ну, что означает-то 152-я статья?» А он говорит: «О, изнасилование крупного рогатого скота. Ну, а часть-то 2-я? Ха, со смертельным исходом». Он: «У-у-у-у». Спасибо вам всем, что вы досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!